появлением третьего малыша, говорит многодетная мама и по совместительству депутат муниципального совета Ирина Беляева, бывать на детских площадках она стала гораздо чаще. Пока младший спит, двое старших резвятся на горках, качелях и каруселях. После масштабной модернизации любимым местом отдыха для всей семьи стал детский городок на Союзной 5. Жители давно ждали эту детскую площадку, она пользуется большой популярностью. И вот сегодня смотрим, здесь установлены и качели, и карусели для разных возрастных групп. Я уверена, что всем деткам здесь будет интересно. В Химках активно реализуют программу модернизации детских досуговых зон. На сегодняшний день уже отремонтировали более 20 площадок. Каждую улучшали в соответствии с конкретными запросами горожан. Нина Липанова, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.